Сегодня торги на московской бирже открылись небольшим снижением курса доллара и евро против рубля. Нефтяные котировки продолжают находиться на достаточно низком уровне. Рынок оценивает баррель Brent чуть выше $47. Давление на нефтяные котировки сейчас оказывает серьезное укрепление американского доллара в ожидании скорого повышения ставки Федрезервом. Существенно выросла вероятность того, что это может случиться уже в декабре 2015 года. Вчера Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором указывается, что агентство ожидает рост нефтяных котировок до $80 за баррель в перспективе до 2020 года. Агентство также отмечает значительное снижение инвестиций в нефтяную отрасль, что в итоге будет подталкивать нефтяные котировки к росту. Рубль пока торгуется в узком диапазоне. Целевые значения на сегодня по рублевым парам 63 против доллара, 69 против евро.